Знаете, мне кажется, нет большой необходимости обсуждать эту инициативу. Она носит скорее частный характер. То есть эта инициатива не вышла на тот уровень, ну, с точки зрения думских регламентов, да, когда ее можно было подать хотя бы в виде некого там законопроекта, прошедшего какие-то слушания. На самом деле это инициатива конкретных депутатов. И мне кажется, что здесь важнее не столько эта инициатива, сколько общая ситуация в миграционной сфере. Собственно, вот эта идея и возникла из общей неудовлетворенности той ситуации, которая сложилась в этой сфере. Люди понимают, что что-то надо менять, потому что растет и неудовлетворенность населения, растут издержки, так сказать, миграционных процессов, и нам не предлагается четкого и конкретного выхода из этой ситуации. Те меры, которые сейчас принимаются, они, по сути, являются полумерами. Поэтому люди ищут каких-то кардинальных решений. Ну и то, что предлагается, оно не всегда адекватно, конечно. Вот вопрос с миграционным векселем, я не изучал тему эту глубоко, но мне кажется, что это некий перебор. То есть есть более мягкие, более корректные инструменты, и мы все-таки не должны забывать, что в основном эта мера, как предполагается, будет распространяться на наших бывших соотечественников, на таких же, как мы с вами, людей. И мы все-таки должны, понимая сложность ситуации, все-таки более бережно относиться к этому.